Гонки для смелых и выносливых. В минувшие выходные в Иркутске состоялось самое масштабное лыжное событие с марафонской дистанцией в Восточной Сибири. На трассу вышли взрослые и дети, любители и профессионалы. Возраст участников от 2 до 88 лет. Подробнее о лыжных гонках расскажем далее. Марафоны БАМ известны многим как самые крупные лыжные гонки в Восточной Сибири. Заключительный праздник Тимирсо Лыжня Иркутска и Тимирсо Ангара собрал более 1000 профессионалов и любителей со всей России. На лыжной трассе, которую подготавливали даже в ночь перед началом гонок, за победу боролись представители 13 регионов. Мы сегодня видим огромное количество счастливых людей, спортивных и не очень спортивных людей здесь, на этой великолепной площадке. Да, как мы уже заявляли, 1075 человек зарегистрировались по предварительной регистрации на нашем сайте «Марафоны БАМ». И практически все они сегодня здесь. 13 регионов, 60 муниципалитетов. Вот здесь, на нашей матушке Ангаре, в великолепной Сибири. Мужчины и женщины боролись на трех дистанциях – 17, 34 и 51 километр. А для детей и подростков подготовили трассы длиной 1000 и 5000 метров. По итогам забегов лыжники при Ангаре заняли самые высокие места на пьедестале, включая победу иркутянина Никиты Попова. Основную часть дистанции, километров 15, ехали в группе спокойно. Под конец я понял, что ребята не особо сильны и начал разводить. У меня хорошо всегда спирт получается, поэтому можно было заранее ускоряться. Стоит отметить, что на каждой дистанции в тройке сильнейших оказались спортсмены из Иркутской области. Каждый из них награжден специальными призами от спонсоров, а дети получили сладкие призы и эксклюзивные медали. Егор Сорокин, Антанас Бархатов. Местное время.